Всем привет, друзья, всем привет, подписчики. Заправляем мотоблок. И все-таки решил я съездить на свалку. Несмотря на то, что вчера у нас целый день шел дождь, дорогу жутко должно было размыть. Ну, думаю, что я проеду, потому что если я застряну, спасать меня будет некому. Придется как-то вылазить своими силами. Сейчас заправимся, заведем и начнем загружаться. Так что оставайтесь, смотрите и комментируйте. Значит, ребята, выехал, развернулся, подъехал. Сейчас буду загружаться. Ну и, соответственно, трогаться в сторону полей. Дальше, ребята, будем пробираться через дебри. Первое, тут куча опилок. И дальше дорога идет немного заснеженная, но дорога твердая. Колеса грязные. Значит, мы проехали вот здесь и ехали вот там по сверху по дороге. Сейчас будем ехать дальше. В общем, ребята, доехали вот до такой задницы. Я не боюсь этого слова. Здесь, в общем, довольно-таки глубокая лужа. Но, блин, дело в том, что еще... Мало того, что вода, там еще и колеи. Значит, сейчас я буду проезжать, мне надо выехать вон туда, где вот заканчивается вот этот снег. И там есть перешеек на дорогу. Я сейчас схожу, посмотрю сначала пешком, есть ли там дорога. Здесь вот в полях текут ручьи. Не знаю, видно или нет. Можно, конечно, объехать вот справа и по бездорожью уйти. Но мы постараемся проехать прямо вот здесь. Сейчас включу первую передачу и попытаюсь выехать вон туда. В общем, оставайтесь с нами.
В общем, ребятишки, приехали мы домой, накатались, прокатились, по лужам маленько поездили, по бездорожью. В принципе, мы даже не сильно грязные, можно так сказать. В общем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Обязательно не забывайте подписываться и нажать на колокольчик. Всем пока, всем спасибо. С вами был Александр, Реальные самоделки.